кто? Я Уолтер, тот, кто спас твою задницу. В городе еще остались выжившие. Ненадолго. Возьми. Осторожно, они шли за нами. Они все твои, салага. Покажи, что умеешь. Что значит «покажи, что умеешь»? Помоги! Нет, ты так справ... Справляешься. Хватит оценивать меня! Помоги! Неплохо. Встретимся на баскетбольной площадке. Зачем? Чтобы ты опять мог молча оценить меня? Это что, тест? Вот именно, мать твою. Я видал уже таких, как ты. От них неприятностей больше, чем толка. Труп вон там. Это один из них? Привет, труп. Как думаешь, зачем я здесь? Взломай этот ящик. Ящик, бери оружие. Теперь переключись на новое оружие. Как это сделать? Это был тест? Блин, я завалил его! Жди. Готовься стрелять. В кого? В перебравших энергетика. Мой партнер Флойд говорит, что из-за него твоя эндокринная система идет в разнос. Я брошу энергетик на площадку. Готовься к серьезному испытанию. Перебравшие подсели на него. Скоро они будут здесь. Вот и они. На забор, салага. Еще бегаешь? Хороший знак. Идем, салага. Где копы? Национальная гвардия, новые вертолеты. Хватит бредить. Фиско контролирует все. А мы не можем просто позвать на помощь? Все не так просто. Фиско отрезала все линии связи с внешним миром. Но у меня есть план. Это все Фиско? Случайно получилось, но они очень стараются скрыть это. Весь мир думает, что мы все умерли от вируса. Ну, нам пора идти. Это Джек Две Шляпы. Он делает пушки. Ты меня недооцениваешь, дружище. Я мастер. Я делаю невероятные вещи. Вперед, салага. Купи оружие. Хочешь новое оружие? Приходи и приноси энергетик. Договорились? Пойдем, познакомлю тебя с Флойдом.
новый партнер. А, окей. Меня зовут Флойд. Паршивцы! Вперед, салага! Ты знаешь, что делать. Кто эти ребята? Паршивцы. Преступники, которые снесут тебе башку за просто так. Лучший способ с ними справиться – стрелять первым. Так мы станем паршивее паршивцев, нет? Выходи отсюда! Скользи высоко и скачи, что есть сил. Если будешь... Ты должен скакать и скользить, иначе они покрошат тебя! Если останешься на земле, они тебя измочалят. Скользи или скачи, чтобы избегать их огня. Заберись выше. Пользуйся проводами. Ладно, салага, возвращайся. Я иду на эстакаду. Припаши салагу. Окей, неплохо было бы пополнить запасы. Спускайся на пути, я объясню по дороге. Один? Эй, я знаю, что там полно всякого дерьма. Но все зависит от точки зрения. Говори себе, что хорошо проведешь время, и так оно и будет. Я прав? Но осторожнее, эти перебравшие уроды могут и на куски разорвать. Отметил на карте, где лежат части. Обязательно собери все. Я был ученым Фиско. Руководил группой по изучению экстремофил. Это такие микробы, секретный ингредиент энергетика. У них безграничный потенциал. Я предупреждал Фиско, что они могут быть опасны. Но меня тупо выперли. Не дали времени на исследование. О, да. Смотри, если варить энергетик в котле под давлением и добавить правильные ингредиенты, получится... Очень крутая жижа. Я зову ее усилителем. Уверен, тебе понравится. Тебя случаем не Гейзенберг зовут? Всех перебил. Дальше по рельсам еще один грузовик. Спрыгивай на рельсы и постарайся раздобыть еще. Так, если видишь красные бочки... Я не новичок в играх. Я знаю, что делать с красными бочками.